Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня у нас с вами видеообзор на сок. Сок у нас с вами добрый, с малинкой. Что-то вообще такое новенькое, ставьте лайки. Здесь у нас входит яблоко, черноплодная рябина и малина. Ну, мне кажется, скорее всего, больше всего там входит яблоко. Так, из натуральных фруктов и ягод. Содержит антиоксиданты. Без консервантов, без красителей. Кстати, напишите антиоксиданты, что это? Напишите обязательно, мне будет интересно. Так, здесь у нас 2 литра. Давайте ее посмотрим вот так вот. А, ну ничего, кстати, такого особенного здесь нету больше. А, есть состав. Давайте состав посмотрим. Не сок, а нектар называется. Тихо. Кому интересно, жмите стоп и прочитайте. Так, объем ровно 2 литра. Без маркетингового хода. Так, и давайте его попробуем на вкус и цвет. Какой-то сок. Ах, как он тяжело открывается. Опа. И сразу открытый. Я думала, сейчас какая-нибудь будет еще штучка. Так, пробовать мы будем сегодня в таком стаканчике, идеально чистом. Это, по-моему, моя новая посудомоечная машинка. Обзор на нее можете посмотреть отдельно. Это компактная посудомоечная машинка. Да, он красненький. Ай, ай. Опа. Смотрите, как он шикарно смотрится, как бокал вина. Видимо, нектар говорит о том, что он прозрачный. Сок-то он не прозрачный, да, как компот. Напишите в комментариях, как считаете вы. Кстати, он очень пахнет малиной. Прям вообще обалденно. Ну, раз красный, конечно, да, малина там есть. Просто обычно делаются соки. И яблоко, если написано яблоко, то его добавляется очень много, а чего-то другого меньше. Вот. Ну, давайте попробуем вот этот. Какой же он будет на вкус? Он прям прозрачный, ничего лишнего. Ничего больше не плавает. Прям обалденно, очень красивый. Пробуем. Он сладкий, не приторно, но довольно сладенький. Прям такой довольно сладкий, но не приторный. Малины прям отдают обалденно. Чувствуется черная рябина. Черная? А, да, черноплодная рябина. Такой аромат небольшой есть. Это довольно-таки очень необычно. И приятно ее там ощущать. Яблоко, ну, не знаю, наверное, есть, раз написано. Но сок такой необычный, вкусный, мне понравился. Давайте еще раз попробуем по нашей традиции. Очень прям из стакана запах малины, такое ощущение, как будто я пью малиновый сок. Хотя это было бы интересно. Послевкусие такое остается приятное, но сладковатый. Хотелось бы, наверное, чтобы сахара было немножечко поменьше. Но вкусный, можно покупать. Купил бы его второй раз, не факт. Наверное, можно изредка такой покупать в редких случаях. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Пишите свои отзывы, свои комментарии внизу. Ставьте лайки. Напишите, понравился ли вам обзор на сок. Потому что на сок, по-моему, у меня еще не было обзоров. Если вам понравится, то... Мы продолжим эту тему, и я запишу еще другие обзоры на другие соки интересные, какие-нибудь такие необычные. Вот, обязательно подписывайтесь, вот тут вот внизу есть кнопочка. И у меня обзоров очень много, на шоколадки всякие, на продукты, на технику. Также у нас есть влоги, как мы с сыночком живем. Развиваемся, путешествуем, гуляем. Он сейчас сидит и тоже слушает, немножечко вздыхает, наверное, слышали.
Всем пока-пока. С вами был канал Art Mania. Ставьте лайки. Пока-пока.